Здравствуйте, я сегодня покажу, как работать зеленым фоном. Значит, ставим любой фон, картинку. Вот картинка. Добавляем зеленый фон наш, анимашку, мой компьютер. Так, сейчас я их найду. Вот она открылась. Звук нужно убрать. Так. Коррекция, прозрачный слой. Ключевой цвет. Нажимаем, берем эту пипеточку. И этот цвет нам нужно убрать. Вот. И убрался у нас цвет. Здесь мы редактируем, если что-то не нравится. Делаю побольше. Окей. Так. 7 секунд, например. И вот она, анимашка двигается. Так, это Маша куплена у Владимира, кажется. Или как его зовут, я уже не помню. Или мужчину. Сейчас я покажу именно зеленый фон. Плюс. Так, у меня есть на зеленом фоне прямо. Вот. Так. Ну вот Гена. Открыть. Прозрачный цвет. А, сейчас. Цвет нужно указать, какой мы хотим удалить. Вот так. И потихоньку здесь убираем. По краям так и остался зеленый. Это зависит от качества в YouTube этой анимашки. У Владимира качество высокое, поэтому у него чистое. А здесь качество низкое, поэтому вот зеленый цвет так и выходит. Есть еще там какой-то способ маску делать. Это я не умею делать. Маску как это добавлять, и потом исчезает этот зеленый. Я не умею это делать. Я таким способом редактирую. Ну вот уже зеленого цвета меньше. У Владимира просто качество высокое. Качество у него идеальное. А в Ютубе и на сайтах они пускают низкое качество этих анимашек, и поэтому оно не получается идеально. Все, спасибо.